Вот сюда меня вызвала компания Taurus посмотреть на малоэтажное строительство. И я пишу письмо другое, чтобы вам показать, как это не делается. Я, по сути, обращаюсь к тому населению, которого пытками не загонишь под ипотеку. Дали бы мне кредит на 5 лет, и я бы не влез в нее. Точнее, у меня дело другое. Но кормить банки как-то не хочется. А хочется дом, недорогой. Но на то самое время единственный дом поднимала компания Taurus. Так вот, мы говорим о том, что такое малоэтажное строительство. По сути, малоэтажное строительство должно быть и в России, потому что в свое время, в 97 году, когда мы были в Америке, я посмотрел, как все дело строилось. И я так понимаю, что слова Ильфа и Петрова о том, что Америка движется малоэтажными темпами, так и есть. Потому что города – это города. Но остальное – это малоэтажное строительство, и оно строится вдоль дорог. Мы это видели в Нью-Джерси. Сегодня и сейчас малоэтажное строительство в городе Магнитогорске. Оно должно было бы быть здесь. Потому что за моей спиной находится выставка «Малоэтажное строительство на Южном Урале». Так что за моей спиной? За моей спиной один единственный нормальный дом от компании Taurus. А все остальное тут как-то не есть айс. То есть сюда приезжайте и посмотрите, что единственное место, где вы можете себе построить, это вот и есть компания Taurus. Как она строит свое жилье? Как еще? А где все это дело находится? Вот прямо рядышком со дворцом спорта имени Рамазана. Блин, пасхальный Челябинск. Они думают, что вложившись минимумом будет результат. Поверьте, только ТВ вам покажет крутизну. Один раз и все нормально. Хотите, каналов много, можете ко мне обратиться. Теперь о Таурусовском объекте. С мозгами тут может быть все. И сортир с моечной кабиной, и плита, и под нее стиралка, и место для кухни. И оно будет и вашим рабочим столом, и двухспальная кровать. А что еще, по сути, нужно человеку любого возраста? 500-метровый квадратный дом. Ну, ваше право. А мне и столько хватит. Вы просто залезьте и посмотрите, как все делается. Залезьте в интернет и посмотрите своими мозгами. Выставка домов малоэтажного строительства. И вы здесь первый, получается? Да, вы правильно заметили. Данная выставка будет проходить в городе Магнитогорске впервые на Урале протяженностью с мая по октябрь. То есть это первый такой беспрецедентный проект, где на данной выставке можно увидеть разные типы строений домов. Вот, в том числе и нашу конструкцию дома. То есть это быстро возводимая конструкция. За моей спиной дом выстроился за 3 дня. То есть вот то, что вы сделали, это за 3 дня делается, да? Совершенно верно, 3 дня, то есть полностью все работы. Вот сегодня 3-й день. Сейчас будем наносить декоративную фасадную штукатурку. Я думаю, завтра к вечеру уже будет готово. Это вообще круто. Тут есть другие дома, строятся за 14 дней. Я пока не вижу никакого результата. И вообще я не вижу никакого другого результата, кроме как только ваше строительство. Ну, технология наша, она как далеко не новая, но, по крайней мере, в России только сейчас начинает набирать обороты ввиду своей, ввиду своих ускоренных темпов строительства, экономически выгодных вариантов, конечного варианта. И, соответственно, это не менее важно, опять-таки, экологически чистая сторона вопроса. Хорошо, другой замечательный вопрос. Ну, в принципе, мы все показали. То, что вашу структуру невозможно разрушить, то, что ее не пробьешь ничем, по сути. Ну, за исключением там пули, если кто-то будет в вас стрелять. В остальном, нормальные дома, они также продолжают долго работать, пока вы пользуетесь своим домом. Совершенно верно. То есть наша конструкция, она очень надежная. Она отвечает всем российским СНИПам и стандартам, и при этом не уступает железобетонным конструкциям. То есть по сейсмоустойчивости дом выдерживает 8,5 баллов, ветровую нагрузку держит 150 метров в секунду. То есть у нас ни того, ни другого в Российской Федерации, по крайней мере, не было. Да, еще про железобетон. Дело в том, что есть такие места, вот у меня, допустим, смотрю, железобетонные конструкции стоят снаружи. Примерно 20 лет. Он уже крошиться начал. Все правильно. То есть бетон, когда постоянно впитывает влагу, ну, соответственно, если еще он залит правильно, то есть там тоже много особенностей и много нюансов, которые нужно соблюдать при устройстве железобетонного строения. У нас все намного проще, у нас нет мокрых процессов. У нас все материалы влагостойкие, они не подвергаются горению, тем самым очень долго и качественно стоят на своем месте. Круто было. Конечно, круче станет этот дом.
Можно было бы просто набросать, но круче отштукатурить церезитом и показать, как за условный минимум вам сделать максимум удовольствия. Конечно, все это делается не за 3 дня, а за неделю, но понятен результат. Работая с компанией Taurus, вы строите нормальный и правильный дом, который не обрушится в землетрясении, даже ураган его не унесет. Теперь о том, что находится за моей спиной. Я вообще не понимаю, но по сути малоэтажное строительство, оно уже должно было быть закончено. То есть, ну, поставьте сюда окошечко и все. Все остальное делайте сами. Но фирма Taurus пошла чуть-чуть дальше. Она решила продемонстрировать, как все внутри делается. То есть надо понимать, с кем работать. Потому что других-то и нету, кроме как фирмы Taurus, которая занимается возведением малоэтажного жилищного строительства.